Дорожные работы, которые массово ведутся в городе, в первую очередь касаются автомобилистов. Где-то проезд затруднен, а где-то вообще нельзя поворачивать на ту или иную улицу. Например, мы засаду сегодня устроили на перекрестке проспекта Победы и улицы Транспортной. Если по Победе двигаться в сторону центра, то запрещено временно поворачивать на Транспортную. Также с Транспортной запрещено поворачивать налево. Однако многие водители игнорируют эти правила. Ралли Круз показывает поворотникам, что он сейчас будет с Победы уходить на Транспортную. Выехал, пропускает встречный поток. Создает помеху автомобилю, движущимся в попутном направлении. Ну, они, да, и приходится им притормаживать. Ну, вот номер, да, зафиксировали? Видим номер, да. И следом Лада Ларгус. Тоже. Да, тоже поворотничка мигает. Угу. Ну, и Шкода зеленая также уходит на Транспортную. В принципе, здесь удобно уехать в мертвый город, так называемый. Нарушает еще и вот и чуть Nissan Juke. Да, Nissan тоже нарушает. Вот мы видим знак, да, покажет. Вот он. Только направо, а он поворачивает налево, Nissan. Поворачивает, пытается. 1500 рублей мы сейчас звонили в ГИБДД за это нарушение. О, передумал. Молодец. Передумал. Вот Шкода, да? Очередной нарушитель. А он о чем поворотник включал? А может он знак, наверное, не видел? Наверное. В какой-то момент рассмотрел и решил, что надо ехать дальше. Не буду, мол, нарушать. Вдруг там засада. В Камри мы видим, да, водитель игнорирует знак, уходит на Транспортную. А, ему во двор надо было заехать. Ну, там дальше есть поворот налево, разрешен, и там тоже можно будет заехать. Форд, да, джип, что-то на месте, концепция у него меняется, и он... Мы видели, он планировал уходить направо, но что-то ему сзади Гранта, кстати, вот к нему пристраивается. Давайте посмотрим на нарушителей, на тех, чьи кошельки опустошатся на 1500 рублей. Дорожники нанесли разметку на Победе, то есть, ну, в принципе, вот мы сейчас покажем, да, показываем эту разметку, вы ее видите, сплошная желтая, да, которую пересекать нельзя. Toyota RAV4, да, перед ним кто стоит? Avensis. И сейчас, смотри, они будут пропускать нарушителя очередного, который с Победы будет уходить на Транспортную, на Дастере. Нарушители пропускают нарушителя. Да, вот такая получается ситуация. Сигнали, смотри, вот Гранта сигнали Дастеру, потому что он мешает. Здесь этот Дастер начинает что-то метаться. Все, он уехал прямо, уехал. Он передумал нарушать. А вот эти господа не передумали. Они не собираются передумывать, мне кажется. Вот третий к ним еще подъехал друг. Угу. На Шевроле. Лачете. А нет, Лачете передумал, походу, поворачивать надо. Да, смотри, он, в принципе, сейчас сделает так, как многие сделали, да, он уйдет через дублирующую вдоль дома и там поворачивает. Ну, вот мы видим Toyota Avensis, да, и за ним стоит RAV4. Как мы с вами убедились, многие автомобилисты, увидев в последний момент знак, все же пытаются избежать совершения нарушения. Однако другие водители все равно игнорируют и едут туда, куда им нужно. Кстати, карается это нарушение штрафом в размере 1500 рублей. Засаду сегодня устроили Александр Жарков и Петр Рукин.